Мы проводим уже второй раз всеукраинский конкурс детских научно-исследовательских работ, который называется «Зоопарк гармонии». Такое название связано с тем, что работы, которые дети представляют на конкурсе, они направлены на улучшение условий содержания животных, на то, чтобы им жилось лучше в зоопарках. К нам на конкурс приезжают юнаты из 4 областей в этом году. Это Киев, Ровно, Николаев и Одесса. Каждый юнат, который приезжает, привозит свой какой-то проект, который связан с обогащением среды обитания животных. Юнаты представят свои проекты на конкурсе, и мы выберем лучших. Наши юнаты занимались обогащением среды обитания гиббонов в экопарке, занимались обогащением среды обитания альпак. Также есть одна работа, чуть-чуть отличающаяся от других, работа по реабилитации собак, которые ранее содержались в питомниках. Это тоже можно сказать, что обогащение их среды обитания, улучшение их состояния. Мы будем делиться своими наработками. Наши юнаты покажут какие-то игрушки, элементы обогащения, которые мы обычно делаем для своих животных, и научим их делать других юнатов. И также другие юнаты тоже приготовили для нас какие-то свои сюрпризы. Киевский зоопарк, вот они научат нас делать гамаки для обезьян, такие, как делают у себя в зоопарке. Мы с ними сделаем сладкие картины, которые делаются из меда, орешков и сухофруктов для приматов.